Река Амазонка быстро мелеет из-за рекордной засухи в прошлом году и недостатка осадков в этом. Все это затрудняет навигацию барж, которые перевозят зерно, и отрезает от остального мира общины, зависящие от речного транспорта. Бразильская геологическая служба предупредила, что уровень воды во всех реках бассейна Амазонки падает с июня. Ожидается, что он опустится ниже своего исторического минимума. В Манаусе глубина реки Рио-Негро составляет 21 метр. В 2023 году было 24 метра. Многие компании теперь призывают проводить дноуглубительные работы, чтобы избежать прошлогодних перебоев в транспортировке. Плавучие дома, которые раньше стояли на реке, теперь находятся на суше, а рыбаки с трудом зарабатывают на жизнь. Когда здесь сухо, все страдают. Мы страдаем. Мы боимся, что засуха будет как в прошлом году. Из-за нее все поросло травой, и мы ничего больше не могли здесь сделать. Все быстро пересыхает, слишком быстро. Этот сезон для нас очень тяжелый. Мы живем далеко, и ловить рыбу очень сложно. Нам приходится оставлять каноэ у охранника и платить за это. Ожидалось, что во второй половине года будет больше дождей благодаря феномену Ла-Нинья, который охлаждает воды Тихого океана вблизи экватора. Обычно он приносит больше влаги на север Бразилии, а сухую погоду – на юг. Однако в этом году воды Тихого океана не охладились. Это в сочетании с отсутствием дождей в 2023 году привело к катастрофической ситуации в Амазонии.